На катке «Соль-Арена» три дня подряд шесть хоккейных команд «Прикамья» разыгрывали путевку на всероссийский этап соревнований «Золотая шайба». Три команды из Перми, одна из Александровска, одна из поселка Павловский и Соликамские медведи. Земляков пришли поддержать не только друзья и родители, но и просто зрители. В целом, ребята хорошо играют. Не мог пропустить такое событие. Хоккей процветает благодаря новому катку. Это одни из самых важных соревнований для старшего состава команды «Медведи». С июля месяца готовимся. 6 раз в неделю тренировки, 1:15. Все выполняли, но вот важную игру, к которой мы готовились полгода, не выполнили установку и проиграли 2-3. Тренер и ребята осознают, что упустили первое место в региональном этапе. Работу над ошибками провели. Надо, чтобы команда играла как один человек. Чтобы все вместе играли, чтобы чувствовали и понимали друг друга, а не в одного играли. Что у нас не всегда получается, поэтому мы вчера и не одержали победу. Потому что не смогли собраться, не смогли сыграть именно командой. Мы играли именно каждый сам за себя. Сейчас вот как вы настроены? Сейчас настроены победить. В заключительной игре этапа соперник «Медведей» – пермские ребята из детско-юношеского центра имени Соломина. Практически дворовая команда. Ребята из города Перми, детский юношеский центр имени Соломина, занимается на открытой коробке в микрорайоне Вышка 2 в Перми. Три раза в неделю занимается спортом для себя. В этой встрече инициативу сразу захватили соликамцы и повели в счете, уверенно вырываясь вперед. Пермским ребятам за весь матч удалось забить только одну ответную шайбу. Ну а к финальному свистку арбитра счет на табло был 11-1. Однако даже этот разгромный результат не повлиял на итоговую таблицу регионального этапа «Золотой шайбы». Представлять наш регион на следующем этапе будет команда «Прометей» из поселка городского типа Павловский. «Медведи» вторые, «Алекс» третьи. Четвертое, пятое, шестое места у команд из Перми. Добавим, расписание ближайших хоккейных матчей и сеансов свободного катания на катке «Соль-Арена» вы можете увидеть в группе спортшколы «Старт» ВКонтакте. Антон Старостин, Павел Двинянинов, телекомпания «Соль ТВ».